Мама пришла, мама пришла. Радуется мать. Да, босица. Ну конечно, маму день не было. 12 часов маму не видел. Вот он. Ну так что. Ребят, всем привет. Данное видео взято из архива. К сожалению, времени было не так много, чтобы выкладывать своевременно и часто ролики. Поэтому всем приятного просмотра. Ну все, пойдем. Ну вот, Елена, как так? Чуть не пропустила Миксона. А? Он радуется-то радуется, но в этот момент понимает прекрасно, что есть возможность стартануть. Вот он и стартанул. Побежал куда-то, а куда непонятно, да? Микуська напугал всех опять. Ну что, он дурак, что ли? Не по своей этой тропе бежать. Че улегся-то? Иди бегай. Микуся, наверное, испугался, что мамы нету. Да, так долго давно не оставался один. Сегодня у нас первый теплый день. На улице, говорят, будет плюс 18. Вот такая вот река у нас тут. Ница называется. Город Ирбит. Еще она развелась тоже. Да. На самом деле вот здесь под водой потик бывает. Она обычно где лед. Да. Примерно, начинается, да? Река от льда. Обычно. Сейчас по воде. Ты что, плавать пошел? Начинает разливаться речка. Ну, пусть поплавает, если хочет. Искупается. Он травку какую-то кушает, Лен. Кушай травку, Микусь. Зеленая травка уже есть. Эти вон с бабушкой ушли далеко-далеко. Вон идут. Микусь, иди встречай бабушку. Кстати, материалов сейчас достаточно много, поэтому есть что показать, есть что посмотреть. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. На кадрах на улице конец марта, начало апреля, река только-только пошла. Я думаю, что я нагоню ближайшие дни, буквально по сегодняшний день. Сейчас уже Микуська, конечно же, выглядит иначе. Хвост у него не такой пышный, тут еще он не успел полинять. Ну что-то унюхал, может, мышку? Но зато у нас появились новые друзья, щенки. Три штуки на участке. Надо ему какашки. Они с ним да весело играют. Его, каждый день они видятся. Пусть щенков понюхает. Мы ездим кормить. В общем, обо всем по порядку. Ожидайте в следующих видео, обязательно все Микусь, покажу. Что там? Что там? Мышка, что ли? Мика, что там? Микки, это какашки, правда. А может, муравейник? Может. Ты хочешь полакомиться муравьями, Микусь? Нет, там мышки наверняка в этих кочках живут. Где она? Вон вверху норка какая-то есть. Ма, я тебя знала. Вот это по лисичке. Хитренькая, обувь переодела. Это мама. Галина Анатольевна, у нас чуть лиса сейчас не убежала. Это что? Так. Я открыла его, обнимаю, он радуется. Побежал. Побежал туда.
в дом побежал. И Вадик успевает дверь закрыть. Ничего ты даешь. Стартанул вообще резво. Бегунец. Лежал, обалдел от того, что писался от радости. И побежал резко. Он радовался, Лена увидел. Писется начал. Заскулил. А он утром скребет. Потом Андрей Сергеевич вышел. Все, он успокоился. Ему надо, да, он ему надо видеть. Конечно, он. И мы вышли, он спокоен вообще. На нас смотрит, и красота. Привет. Привет. Ой-ой-ой. Пан Алин, идите гуляйте. Давайте, бегайте. Это выгнала я. Все съели. Я вам подъезжаю. Вот такая вот коста. У нас... Я предлагаю еще раз посмотреть на искреннюю радость Микуськи при встрече мамы. И на этом закончить сегодняшний маленький коротенький ролик. Пожелать всем удачи, крепкого здоровья и до скорых встреч, ребят.